Здравствуйте. Это мы сегодня день московского транспорта, 9 июля. Ну, в общем, тут пляшущий. Суббота. Вторая суббота июля. Здесь выставка ретроавтомобилей. Музей транспорта Москвы. Грузовые автомобили эпохи СССР. Это сначала был Ярославского завод, потом передали в Минск. А там ретро по авто эти ралли. Ну потом туда подойдем. С той стороны вот стоят автобусы. Тут со всех сторон машины стоят. В 19 году на ВДНХ это проводилось. Ну, два года не проводилось. Такой у нас был у папы. Ну, польский тоже. Я, конечно, не могу каждым автомобилем подходить. Очень большое время будет. Да, 21-х много. Это вот поздно. Все равно. Все второго. Любимый автомобиль. Да, это пешком бы. Это Университетская площадь называется. Там вот с памятниками та часть. Впрочем, дождик пошел. Пошли, дождик начался.
посмотрим, да. Вон те автобусы стоят, они потом каждые 15 минут курсируют до университета и сюда. Бесплатно. Я не знаю, я приехал на другом транспорте. Тут тоже что-то стоит. А, это вот отсюда будут ралли. Здесь Победа стоит. Это Чайка. Трабант, вот багажник открыли. Вот машина, интересно. Пока дождик такой. Как бы он не зашел. В принципе, это газ 651. Но... Вы в Эстонии выпускали, где только не делали. На Лембазе. Так, ну вот туда выйдем. Thank you.
Вот тут уже и на руле, а уже в полу. Ну, переделан у нас. Полу, собственно, поздние Волги. И так все делали. БМВ. А там что-то стоит американское. Чарли на кнопке. Быстро. Чайка. Дожди все набили свет. Я сейчас обязательно. Свет хороший, у меня похоже такой же. Одна марк практически. Вот раз немного. Старый он сюда стоит. 70-х, да. Наташа. Победа. Тоже американский стоит. Сразу после войны. Юик, я имею в виду. Вот. Это Мерседес. Тот самый первый, кто зарегистрировался на пробег по Москве. Нет номера 7, это значит, что Семен поедет. 12 часов они стартуют, я сдать не буду. Сейчас уже 11. Я просто пробежал. У меня еще 7 день на сессию. Гости из Беларуси приезжают. Так что... Сейчас до дома ехать. Это ЗИЛ.
117 лет, вот нет, это 41. Вот мы остановки на рулине, не его. Может его. 47. Здесь много интересного, я сюда еще буду приезжать. Как-то с 18 года я почти мало по Москве ездил. Как раз вот Лужники, тут район. Ну, на этом всем спасибо, до свидания. Буду заканчивать. Вот до метро Версаль.